Председатель Сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, президентом Швейцарской конфедерации, министром иностранных дел Дидье Бургхальтером, находившимся в Казахстане с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев проинформировал президента Швейцарии о послании Нурлыжол, и господин Бургхальтер высоко оценил новую экономическую политику Назарбаева и заявил, что швейцарские компании готовы инвестировать в экономику Казахстана. Обсуждая международную проблематику дня, спикер Сената дал высокую оценку швейцарскому председательству в ОБСЕ. Он отметил, что организация продемонстрировала свою актуальность и действенность в преодолении кризисной ситуации в Украине и вокруг нее. Дидье Бургхальтер выразил уверенность в том, что Казахстан сможет сыграть важную роль в принятии мудрых решений с целью урегулирования украинского кризиса.